Наш капитан сказал приготовьте камеры, и мы едем в самые красивые пещеры мира. Мы едем по пещерам Сардинии, и, кстати, это одна из самых красивых. Пещеры такие красивые. Волны вымыли профиль нашего флорентийца, да, Калигери, нож, горбатый, и все лицо. Очень красиво. Вообще природа такую красоту умеет делать. Чайки плавают, а вода вообще такая прозрачная. Я только что искупнулась в открытом море, и это очень круто. Я видела очень много рыб, и я еще видела морских ежиков. Я возвращаюсь опять в воду. Я ловлю рыбу. В Италии ее ловят с хлебом и с пастой. Капитан Антонио, подводный фотограф Антонио, шеф-повар и официант Антонио. Спасибо за классный день. Дельфинов мы не увидели, но я искупнулась в последний раз перед отъездом. Закончился наш день красивым местным праздником, шествием на набережной. Если вам нравится мое видео, то кликайте на ссылки, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!